Хотят меня поцеловать. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. В последнее время вы очень много просили разобрать именно эту песню Алены Швец под названием «Кудрявые». Ну, конечно, как я вам могу отказать? Тем более, наша любимая цветочная подружка старалась, писала эту песню, а мы не научимся ее играть, как бы... Так не работает. Ну а если ты еще хочешь научиться играть какую-то из песен Алены Швец, то у меня есть целый плейлист на канале. Обязательно его посмотри. Ну а перед началом этого разбора я хочу напомнить тебе, дорогой мой дружок-пирожок, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами стали на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. Тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться! И вот как оно у тебя будет выглядеть. Моя слабость — кудрявые мальчики, но им нравятся лживые девочки. Пока я грущу под сериальчики, они пишут признания на стеночке. Моя слабость — кудрявые мальчики, но им нравятся лживые девочки. Пока я грущу под сериальчики, они пишут признания на стеночке. Вечность поселилась у тебя в волосах, зацепилась за кудряшки от лица назад. Снова постаралась поддержать диалог ни о чем. Плечом. Вот так вот примерно у тебя песня и будет выглядеть. На самом деле песня супер простецкая, строится на 4 базовых аккордах. Первый аккорд, который нам понадобится, аккорд будет с баре. Если ты до сих пор не знаешь, что это такое баре, или, например, знаешь, но боишься выучить его правильно играть, поэтому обязательно посмотри этот ролик на канале, там все пошагово я объясняю. Так вот, аккорд первый нам понадобится БМ, мы зажимаем баре на 2 ладу. И ставим 4-ю струну на 4-м ладу. Итого. 2-й аккорд, аккорд А. Мы зажимаем 3-ю струну на 1-м ладу, а 4-ю струну на 2-м. 3-й аккорд, аккорд Д. Мы зажимаем 4-ю, 3-ю и 2-ю струну на 2-м ладу. Кому сложно его играть, вот когда 3 пальца подряд, может постараться поиграть это через баре. Но, в принципе, аккорд легкий. Главное правильно поставить руку. То есть, чтобы она у вас была не вот так вот, да, а как бы наискосок. И готово. Далее. 4-й аккорд, аккорд G. Мы сжимаем 1-ю и 3-ю струну на 2-м ладу, а 2-ю струну на 3-м. Все вместе. БМ. А. Д. И G. Теперь, что касаемо тамбоя, перебора, все дела. На первые 4 строчки припева, да, мы начинаем играть эту песню с припева, мы тупо играем один удар вниз на каждый аккорд, получается. Моя слабость — кудрявые мальчики, но им нравятся лживые девочки. Пока я грущу под сериальчики, они пишут признания на стеночке. А уже последующие 4 строчки мы уже начинаем с вами играть бой. Бой следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И этот рисунок боя мы будем играть один раз на один аккорд. Единственное, в конце, там будет аккорд G и будет переход на первый куплет, мы там сыграем его 2 раза. Ну, если что, я тебе еще раз там напомню. Погнали соединять с боем. И... Моя слабость — кудрявые мальчики, но им нравятся живые девочки. Пока я грущу под сериальчики, они пишут признания на стеночке. И вот тут 2 раза мы играем. Отлично. Далее мы играем куплет с тем же самым боем и теми же самыми аккордами. И последующую песню мы будем также полностью играть все этим же самым боем. Получается и... Вечность поселилась у тебя в волосах, зацепилась за кудряшки от лица назад. Снова
Да, или же вы можете на последней строчке куплетов, вот где аккорды и G, последние тупо сыграть один удар вниз на каждый аккорд, чтобы у нас было какое-то разнообразие. В принципе, это не обязательно, но кто уже более-менее понимает, что как строится у нас бой, аккорды, там все дела, можете разнообразить все-таки свою игру вот этим вот отделением, ударами вниз на каждый аккорд. Получится. Последнюю строчку сыграем. Снова убегаешь из-за ней, толкаешь плечом. И погнали опять дальше играть тем же самым боем, полностью припев, и второй куплет тот же самый бой. Песня готова! Если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк. Также не забудь написать свой комментарий с предложениями на следующие разборы. То есть песню, мелодию пишешь, я разбираю, все честно. Ну, а также не забывай, что ты можешь выучить абсолютно любую песню из разбора, выложить к себе в Инстаграм, отметить мой профиль Даша Кирпич, и попадешь ко мне в сторис. Все очень просто. А если ты хочешь поддержать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty. Вот, например, эти ребята уже это делают. Огромное им за это спасибо. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Моя слабость... Ой, так громко, капец. Еще раз. Пишут. В ноту не попало, ты прикинь. Солнце... Там же вечность. Мимо нот, абсолютно мимо нот. Петухов тьма.